Стремительно приближается новый учебный год. Иванковская школа, так же как и другие образовательные организации, в течение всего лета готовится к этому событию. Силами педагогов, сотрудников школы, учащихся, родителей был выполнен частичный косметический ремонт всех помещений здания. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами была проведена замена радиаторов отопления в комбинированной мастерской в школьном информационно-библиотечном центре. Были заменены старые оконные блоки в мастерской, столовой, на пластиковые. На текущий ремонт в 2021 году администрации Фурманского муниципального района при поддержке районных депутатов было выделено около 200 тысяч рублей. Около 900 тысяч рублей было выделено на модернизацию материально-технической базы. В рамках выполнения стандартов образования было закуплено на 182 тысячи рублей компьютерное оборудование, два ноутбука, компьютер, очки виртуальной реальности, медиапроектор. Были закуплены на 560 тысяч рублей современные станки, в том числе лазерный станок с ЧПУ, в комбинированную мастерскую, которая с 1 сентября 2021 года станет одной из площадок центра «Точка роста». Долгое время к учебному предмету технология относились как к второстепенному. Сейчас он кардинально меняет свой статус и содержание. Сегодня технология должна стать важным элементом, который позволит ученикам погрузиться в перспективные профессии. На первое место выходят не навыки самообслуживания, как это было на традиционных уроках труда, а знания и навыки 21 века и цифровые технологии. Перспективным в обучении технологии становится исследовательская деятельность и реализация проектов на научно-технологического направления. С открытием в 2019 году в нашей школе центра «Точка роста» мы смогли частично реализовать цели и задачи, поставленные государством перед технологическим образованием. Было обновлено содержание предмета «Технология», добавлены темы, отражающие вопросы современного автоматизированного производства, вопросы робототехники, нанотехнологии. Но мы понимали, что наша комбинированная мастерская не отвечает современным требованиям. Поэтому был запущен социальный проект «Школьная мастерская как центр развития компетенций будущего». Необходимо было модернизировать материальную базу и укомплектовать мастерскую современным оборудованием. Мы вышли с инициативой о выделении финансовых средств главе Фурманского муниципального района Соловьеву Роману Александровичу. Он в дальнейшем вынес этот вопрос на заседание Совета депутатов Фурманского муниципального района. Нам были выделены денежные средства, которые пошли на приобретение оборудования и ремонтные работы, за что мы говорим большое спасибо. Были приобретены станки, лазерный станок с числовым программным обеспечением, лобзиковый станок, комбинированный станок, а также докуплены наборы робототехники для начального моделирования, шлем виртуальной реальности, приобретен компьютер и медиапроектор. Следующим шагом реализации социального проекта стало выполнение косметического ремонта мастерской. Необходимо было продумать оформление кабинета в соответствии с брендом центра «Точка роста». С этим вопросом мы обратились к старшеклассникам. Ученики школы разработали мини-проект с использованием современных программных средств «Дизайн школьной мастерской». Один из вариантов проекта был выбран за основу и реализован. Параллельно проходил сбор макулатуры и металлолома. Полученные средства были израсходованы на ремонт мастерской. Во всех наших начинаниях большую помощь оказали учащиеся школы, родительская общественность и выпускники. Сам ремонт тоже был выполнен силами педагогов, старшеклассников и родителей. Мы выражаем благодарность всем, кто помог нам сделать из школьной мастерской современный кабинет технологии. Впереди у нас новые задачи – освоить и запустить современное оборудование, реализовать новые ученические проекты научно-технологической направленности, а еще освоить новые компетенции для участия в региональном чемпионате WorldSkills, в котором мы принимаем участие с 2017 года.
В настоящее время большое внимание уделяется горячему питанию школьников. 2 года назад в Иванковской школе пищеблок был полностью отремонтирован. Были заменены инженерные сети и санитарно-техническое оборудование. Сейчас проводится обновление технологического оборудования. К новому учебному году школой закуплены картофелечистка, протирочная машина, холодильник. Работы по подготовке школы к новому учебному году пока еще не закончены. В ближайшее время будет произведено асфальтирование части пришкольной территории, а также будет закончен монтаж дополнительного оборудования для видеонаблюдения, что позволит совершенствовать работу по созданию безопасных условий учебы и труда в Иванковской средней школе. Пользуясь случаем, от себя лично, от коллектива школы, от депутатов Совета Фурмановского муниципального района, я хотела бы поздравить всех с наступающим новым учебным годом. Всем ученикам пожелать успехов в новом учебном году, особенно нашим выпускникам, учащимся 9 и 11 классов, и, конечно же, нашим первоклашкам, которые 1 сентября пойдут первый раз в первый класс.